Октябрьскому композитору Максиму Менкишеву исполнилось 75 лет. Во дворце студентов отметили день рождения музыканта, написавшего ряд популярных песен и ставшего наставником для многих местных певцов. Прозвучали также и новые произведения. Подробности в следующем материале. Оркестр сыграл несколько произведений Максима Менкишева. Кроме того, прозвучали и премьеры новых песен. К примеру, Марат Айтимов впервые исполнил песню «Аялайым сені», написанную Фаризой Унгарсыновой. Мы с Максимом еще в университете имени Кудайбергена Жубанова были коллегами, работали вместе, исполнял в свое время такие его произведения, как «Анага Ахат Устазым». А в честь 75-летия исполнил впервые «Аялым сини», написанную Фаризой Унгарсыновой. Максим – мелодист, его песни – бальзам для ушей, и сразу запоминаются мотивы. Желаю ему крепкого здоровья и творческих успехов. Максим Менкишев подает свои песни не каждому исполнителю. К примеру, произведение «Немерем» Сисену Айджанову он подарил не просто так. В этот вечер я исполню новое произведение Максима Менкишева «Немерем». Причина заключается, можно сказать, в возрасте. Я и сам уже имею внуков, поэтому это произведение близко мне по духу. Немного волнуюсь, так как передать весь смысл песни зрителям – нелегкая задача. Но я надеюсь, что у меня получится это сделать. На мероприятии выступили специальные гости. Республиканская организация ветеранов вручила композитору нагрудный знак. Жасан Жалбаков, Бахытжан Едигеев, телеканал Актобе.